Стало известно о том, что в повестку первого пленарного заседания весенней сессии парламента включен законопроект об утверждении Шушинской декларации о союзнических отношениях между Азербайджанской республикой и Турецкой республикой. Напомним, что Шушинская декларация – декларация о союзнических отношениях, которую подписали президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках официального двухдневного визита главы Турции в Азербайджан 15 июня 2020 года в азербайджанском городе Шуша. В декларации нашли отражение такие важные вопросы, как политические, экономические, торговые отношения, культура, образование, спорт, энергетическая безопасность, южный газовый коридор, сотрудничество в сфере оборонной промышленности, военное сотрудничество и взаимная военная помощь, Зангезурский коридор, сотрудничество в рамках шестисторонней платформы Азербайджан, Армения, Россия, Турция, Иран, Грузия, Турецкое консульство в Шуше.